Ежедневно тысячи людей трудятся, чтобы вы получили свою долгожданную посылку или же важное письмо. И сегодня замечательный день, чтобы сказать им за это спасибо, ведь 9 октября во всем мире отмечается День почты. Это праздник тех профессионалов, которые делают почту лучше и лучше, и те, которые работают на благо своих компаний, на благо государства в целом. Конечно же, мы тоже не отстаем от таких важных мероприятий в мире и тоже чествуем своих лучших работников. Это проходят вот такие торжественные мероприятия не только у нас в городе Минске, такие же мероприятия у нас на регионах, в филиалах, в региональных узлах, где отмечают лучших, поздравляют. Ну и говорят, конечно же, я так думаю, слова благодарности тому коллективу, который работал и который вот кропотливо каждый день носит, как говорится, почту, ножками топает. Почта, она была, будет и есть. Сегодня именно то живое человеческое общение, то тепло сердец, улыбки, глаза, это, конечно, всегда останется, потому что почту невозможно оцифровать до 100%, потому что всегда посылка, она будет физически в объеме, как есть, так и есть. Особенно в регионах очень любят почтовых работников, там, когда приносят почтовик, ту же газетку приносит, ту же пенсию принесет, где-то какой-то товар донесет. Очень важно вот это общение живое и обратная связь, в том числе от клиентов, от тех потребителей, которые пользуются нашими услугами. В честь профессионального праздника наградили лучших сотрудников. Почтовые работники получили почетные грамоты, благодарности и цветочные букеты. Порядка 30 сотрудников предприятия стали обладателями звания «Ветеран труда». Я не так много работаю, 13 лет всего лишь. Я не училась на почтальона там и в почтовой связи, вот, но жизнь так сложилась, что пришлось поменять профессию. Половиночку так поработал и пошел вторую половиночку на доставку. Вот как-то немножко смена вот этой такой вот работы, она немножко так вот дает какой-то заряд. Не все время ты сидишь, а все-таки и двигаешься, вот, с людьми общаешься. Интересно. Почтальон, конечно, двигается очень много и в холод, и в дождь, и в снег. Белпочта представляет широкий спектр услуг. Предприятие имеет самую крупную сеть объектов почтовой связи, охватывающую всю территорию Республики Беларусь. Ульяна Ярмоленко, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».